Очень интересная встреча, она символическая. Дело в том, что архимандрит Кирилл, который известен больше как старец Кирилл Павлов, он был не только духоносным отцом, известным всей России, но и защитником Отечества. То есть он воевал в Великую Отечественную войну и также участвовал в Сталинградской битве. То есть очень много в его жизни связано с нашим городом, с Волгоградом. 9 мая, да, этот день, он для нас великий день, для всех. Но тем более мы хотим помянуть его не только и не столько даже военно-политически сегодня, сколько духовно, потому что именно духовное содержание в нем является главным. И Кирилл Павлов, более того, что он воевал у нас, он еще и пришел к Богу по-настоящему в нашем городе. Когда он в одном из домов разрушенного тогда Сталинграда нашел Евангелие, он сказал, что это Евангелие дало ему возможность дальше обрести смысл жизни и открыл новую страницу его жизни, привело его потом впоследствии к служению церкви, к служению Богу. Поэтому именно в этот день мы хотим сегодня вспомянуть о нем, о великом старце, архимандрите Кирилле, который был духовником трех патриархов в свое время и был таким светильником русской церкви, светильником нашего сердца, Троицы Сергиевой Лавры. И, конечно, в этот день мы решили о нем сделать вот такое вот посвященное ему мероприятие, небольшое собрание провести духовное, для того, чтобы вспомнить о нем. Помимо того, что мы будем смотреть фильм, который будет посвящен архимандриту Кириллу, мы также хотим выйти на связь с его чадом и одновременно лечащим врачом, который находится в Москве, является известным кардиологом. Его зовут Александр Викторович Недоступ. Он профессор, доктор медицинских наук. Он хорошо знал старца, он ему сильно помогал в своей жизни. Старец помогал ему духовно, а сам Александр Викторович помогал ему врачебно, как медик. Поэтому для меня лично это очень знаменательная встреча, особенно тем, что в этом году мы вспоминали годовщину, один год со дня отшествия к Богу Кирилла Павлова. Это было 23 февраля, буквально совсем недавно. Да, у нас сейчас есть планы на лето. На лето планы в июне. Мы хотим поговорить о ученике преподобного Иосифа Исихаста, о котором мы уже говорили. Вот ученике мы хотим поговорить в июне. Почему именно в июне? Скорее всего, 12 июня, в тот день, когда все люди будут отдыхать, и мы сможем как раз собрать побольше людей, которые желают услышать о святых отцах. А в этом месяце, в июне 2018 года, Ефрему Филофейскому старцу исполнится 90 лет. Он ныне живой, здравствующий, миссионер, великий человек, апостол Божий, как говорят о нем апостол Америки. Он основал около 20 монастырей в США и Канаде. Поэтому мы хотим в июне рассказать о нем. Затем летом будет еще пару встреч, то есть это июль-август. А с сентября месяца, возможно, мы перейдем на двухразовое занятие в течение месяца, то есть каждые две недели предполагается, что будем встречаться и дальше углубляться в святоотеческое наследие, изучать жития святых недавнего прошлого, современных подвижников, ну и также будем изучать их наследие, которое базируется именно на святоотеческом предании. Это что в планах. В планах еще у нас выход на греческих современных богословов. Есть такие планы. Пытаемся сейчас прощупать определенные пути развития кружка. Но я оптимистически настроен в отношении нашего будущего, потому что есть Божие благословение на это. Очевидно, оно еще и в том, что люди приходят, людям нужно то, о чем мы говорим, они интересуются и живо реагируют на все наши мероприятия. Конечно, меня очень радует это, очень радует то, что люди интересуются и то, что молодежи больше. Более того, даже некоторые уже с детьми приходят, с семьями. И я думаю, что даже детишкам, если они там маловато понимают интеллектуально, сама атмосфера, сам дух встреч наших, он явно евангельский, святоотеческий, он поможет людям, этим маленьким пока еще детям, маленьким христианам больше воцерковиться и войти в лоно церкви, полюбить Бога, полюбить церковь всей душой, всеми силами своего существа. Хотел бы сказать таким людям слова преподобного Исаака Сирина. Он говорит, что мир
грешные прелюбодеяния, которым сказал сам Христос так, этот мир будет обманывать и льстить нам всегда, всю нашу жизнь, пытаться привлечь на свою сторону. Но, к сожалению, продолжает Исаак Сирин, многие поймут это, только лежа на смертном одре. Так вот, я хочу пожелать людям, таким, которые еще не уцерковились пока, по-хорошему разочароваться в этом мире, ибо это самое необходимое и насущное для них. Когда они разочаруются в этом мире, грешном и прелюбодейном, поймут, что это обманщик, льстец, который постоянно их обманывает, создает иллюзию счастья, то тогда они смогут открыть свое сердце для правды, для истины, для жизни, которой является сам Господь наш Иисус Христос. Вот тогда у нас будет с ними общий язык. Потому что мы будем разговаривать с людьми тогда вместе на языке, на котором говорит Господь наш Иисус Христос. На одном языке любви. Он там жив. Давайте молиться, а потом дальше продолжим. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живо даровав. Святой Духе Божий, помогите нам в учении. Слава Богу, слава Тебе. Проходите к нам дальше. Да, я вас поздравляю с праздником, с Днем Победы. Я смотрю, уже многие с ленточками. Молодцы, поздравляю вас с днем нашего праздника общего. Вот. Ну, давайте начнем с фильма, еще раз повторяю. Мы начнем. Ну, можно, да, можете открыть, можете закрыть. Мы начнем с фильма, пока еще не преподобном, но старце святой жизни о Кирилле. С фильма начнем, потом перейдем искать Москву с Москвой. И дальше уже начнем разговаривать с вами в таком порядке, в формате личного общения, о пророках, об апостолах и так далее, об великих святых русской, ну, вообще православной церкви. Так, начнем просмотр с Божьей помощью. Если звук плоховато, скажите, я сделаю помощь. Первый стих.
Алексея II Сталец иногда сопровождал и в поездках по стране. Как-то раз в 93-м, в год юбилея Сталинградской битвы, во время визита Святейшего в Волгоград, их даже пригласили вместе в студию областного телевидения. Ведь в годы Великой Отечественной войны архимандрит Кирилл Павлов был лейтенантом Иваном Павловым. Он сражался за Сталинград. Мы стояли на дороге Сталинграда, подъемные так войдем, так по социалистической пути, а по городу оборот вернял. И в один непосредственный день, в августе месяце, 42-го года, когда немецкие бомбировщики нам количество около тысячи снарядов на мятежный город. Но поведение было. Сказал мне такую вещь, знаете, я однажды в жизни испытал с этим взятым. Они меня сплошные. Ни дыхание себя, да, и запах. Где? Разглагающийся труба. Вот такое царство смерти. Решение пришло очень скоро. В 43-м году, после той самой страшной залов, нашел его. Молва о том, что архимандрит Кирилл Павлов и знаменитый защитник Сталинграда Сергей Павлов о Сталинграде, о Волгограде, защита наша там бойня была. Сказал бы другу, что советский солдат держал здесь оборону в течение области. Настоящий сержант Павлов, Иван Павлов. Доказательства есть очень много. Получилось так, что когда уже наши территории, блокада Сталинграда немцами была, такое мероприятие, что ли, мы принимаем знаменитого вот сержанта, он беспартийный был, мы его принимаем в партию. И вдруг немногие торжества говорят, а я не буду вступать в партию. Я все волосы принимаю. Я говорю, тоже крестьянин. И что еще тогда за место какое? Его, говорит, Николай направили в Грозный. Он прошел чеченскую войну, не раз избежав верной гибели. И снова приехал в Улан-Удэ на исповедь к отцу Кириллу. А с мальчики не мой? Ну, тогда мы у кого пошли? Стаец, бывалый солдат, смог убедить снайпера со стажем, что импотянный комбат может стать батюшкой. Закончился фильм. Это очень интересный фильм. Конечно, особенно для тех, кто в Лавре был, в Троице Сергиевой, там, безусловно, все знакомое, все родное. Да? Кстати, я вот тоже здесь нашел прям буквально булочку преподобного Сергия, вот здесь положил, так что тоже будем прикладываться, молиться преподобному. И вообще, если кто-то не был в Троице Сергиевой Лавре, то нужно обязательно съездить. Вот это единственный монастырь, в отношении которого я хочу сказать, что нужно обязательно съездить. Ну, конечно, есть и другие монастыри, в Дивеево нужно бы съездить, в Псково-Печерский монастырь. Но если вы в Троице Сергиевой Лавре не были, то значит, вы вообще не знаете русского монашества фактически, потому что это сердце русского монашества. Дивеево, конечно, великое место у Матушки Божией, но это уже более поздний обитель, и там женский монастырь, все-таки это другое немножко. А вот из таких форпостов русского православия, который нам доступен, это вот самое мощное, это Троица Сергиевой Лавры.
Есть Киево-Печерский монастырь, Лавра, да, тоже, но она, к сожалению, сейчас недоступна нам. И там бы хорошо побывать. Может быть, Господь даст, и мы воссоединимся опять, и будет все как прежде, но может еще и лучше даже, потому что когда после громкой ссоры, вот, семейной, да, как правило, отношения еще крепче становятся. Но так и здесь, фактически это просто семейная ссора, в которой сосед, злой сосед подсыпал яда, подсыпал разные гадости. Вот. Ну, мы понимаем, о чем идет речь, да? Вот. Поэтому давайте сейчас начнем нашу связь по скайпу. Надеюсь, что у нас будет все нормально. Сразу предупреждаю, что Александр Викторович, вот вы видели его, да, связь с нашим собеседником. Александр Викторович Недоступ, кардиолог, профессор, лечащий врач, духовный чадр, пока еще говорит, у меня срывается, преподобный старца Кирилла Павлова. Вот сейчас он на связи, должен быть усиливать. Что-то, может быть, я буду переводить, если сам пойму. Старенький человек, как видно уже из фильма, уже. Да. Христос воскресе, Александр Викторович. Рады вас видеть. С Днем Победы мы вас поздравляем. И вас тоже. Спасибо. Спасибо, Господи, вас. Я рад не только вас видеть, но и рад видеть вот вас на таком, даже не фоне, а на таком в святом углу. В святом углу. Столько икон у вас. Прям рука сама тянется перекреститься, помолиться. Слава тебе, Боже, слава тебе. Да, ну вот мы сейчас, да, мы сейчас просмотрели фильм, в котором вы были участником. Вы рассказывали о старце Кирилле. Фильм снят в студии «Неофит». «Неофит», помните такой фильм, да? Вы давали комментарии об этом фильме, давали интервью и говорили о старце. Вы сказали, что вы были духовным чадом старца. Скажите, пожалуйста, а как вы с ним познакомились? Как началась ваша вот духовная, ваше послушничество? Познакомился врачей с пациентами,
Что там было с батюшкой Хабаровым? Ну, врачи, да. Потом провел меня с Лариской. Очень просто, когда я был, как всегда, в кинах, на ногах. Ну, и был много иконы, короче, маленькие. И мы с ним вот характер сделали. Отец Иоанн. Как раз два момента уточнить. Первое, это то, что вы познакомились со старцем в 1984 году. Так? Примерно в 1984, да, где-то сказать? Да, пересередине 80-х. Тогда была пневмония. Туберкулез у него очень хороший. Да. Ну, когда я его сегодня закончил, то он уже сопротивлялся, но... То есть у него туберкулез еще был? Все, он не был. Военный. Максим, фотографию покажем? Да. Оба герои. Да. Большой скрытый. Это старая фотография, да? Это, я так понимаю, лет 20-25 назад, да? Начало знакомства как раз. Да, это начало, да, вашего знакомства как раз, фотография. Да. Александр Викторович, в общем, а когда первая исповедь у вас была у старца? Вы расскажите, вот как это все произошло? Я уже не очень помню, как это было, но предложили как врачи, по-моему. Но духовный отец был, поздравляю, как врач, наш. Связь, конечно. Что ты делаешь? Ничего, спасибо. Ну, так, уже хорошо. Можно еще раз повторить, потому что связь зависла. Максим, не слышно говоришь? Да, ты слышно говоришь. А микрофона нету? Да, Александр. Нет, микрофона нет, здесь достаточно хороший чувствитель. Да что такое, попробуй. Не очень спокойно на эту штуку, понимаю, что тот и не. Интересно сейчас он сказал, это без всякой исповеди батюшка видит насквозь, что да, потому что батюшка, это же вообще не снизит, да? А то, что я сказал, что не знаю, и какие слова я говорю, что это не такое еще. Уж не может быть такое страшное. Я вижу. Вот еще какие-то добрые слова скажут. Ну, будет становиться хорошо. То есть он утешал вас? Вот вместе со страхом, от этой исповеди, да, вы такое утешение испытывали? Конечно, потому что он объяснял, что он не говорил, что вы что, что вы сегодня? Да, ну, Ну, то есть бывало, что он был категоричный, да, и он в каком-то... Вот я тут помню, я с ним не согласен, не слушал. То ты сам понимал, что он так и есть, ты сам знаешь. Ну, надежда, что я категоричность, ну, это понятно. А вот здесь относительно того, что он хочет предпринять в той или иной ситуации, да, то есть он был очень деликатный, судя по всему. Очень деликатный, очень такой щепетильный, да, уважал свободу человека. Да, чувствую.
осторожно чуть ближе. Да. Да. Скажите, пожалуйста, а кто еще вот из известных чад старца, кто у него окормлялся? Ну, мы знаем, что он был духовником трех патриархов, Алексея Первого, Пимена, Алексея Второго. Мы знаем, что он был 30 лет духовником братьей Троицы Сергиевой Лавры. Мы знаем, что, ну, что многие знаменитые, известные люди к нему приходили за советом. Вот. Я сегодня узнал, для меня большое открытие, что игумен Киприан Ященко, очень известный человек, миссионер, просветитель, он фактически стал чудесным образом по благословению старца монахом. Вот. У него вообще там была удивительная история, у него заболела жена, раком заболела, и он благословил их постригаться вдвоем одновременно. И после того, как они вдвоем постриглись в монашество, жена выздоровела. У нее была опухоль мозга, рак мозга, неоперабельный. Все, на ней поставили точку как бы, на ее жизни, да, что все, и дальше уже никаких действий. А потом, после пострига, жена выздоровела. Рак вышел через носовые пазухи. То есть вытекло просто вот это через, в виде жидкости через нос. Раковая опухоль. Представляете, вот сам я сегодня читал, мне было даст с вами познакомиться с этим удивительным рассказом. Вот. А кто еще? Я почему спрашиваю, а кто еще из известных людей окормлялся? Вы знаете, я честно не знаю, потому что я никогда не спрашивал об этом. Сам он мне говорил, потому что у меня тут основные все-таки какие-то особые отношения. А сказал однажды патриарх Алексей Второй. Был какой-то Мирей батюшки, батюшки после войны. Послушай, все, я честно поставил дорогого отца Кирилла. Наконец-то это все забывало, и все вообще. Да, да, да. Как он? Королева, конечно, да. Это патриарх сказал. Патриарх Алексей сказал, поздравляем отца Кирилла, духовника Троицы Сергия Лавры и всея Руси, патриарх Алексей II, так сказал, награждали. Видно, награждали его, да? Ну, их просто приветствую. Да, да, да. Да. А Александр Викторович, расскажите вот о каких-то таких интересных, может быть, веселых там моментах, но которые вам запомнились больше всего. Вот вы чуть-чуть сказали о знакомстве, о том, что вот через такое отношение врача и пациента вы познакомились. А что вам еще запомнилось вот в ваших отношениях? Запомнилось, конечно, как вы рассказывали о своем Сталинградском периоде, о том, что было после того, как его выделили и защитили по Сталинграду. Но тут идет вопрос не очень для меня ясный. Я считал себя, что мы после своего Российского Союза. Вот. И потом еще я немедленно предложил, сказали, что часа, по-моему, 5 бойцов. Чтобы раз по хранке. Предложил, что 5 бойцов. Даже это положение, я сказал, значит, вот таким образом мы еще поставляли. Я не всем, всем. А дальше в этот момент уже не могу нашел. И понял, что это не соответствует его друзьям, но и вступление в партию, которая воинствующая, это царь. Пошел по комнату, как он мой начальник, он сказал, это вы гуляете в партию, в больнике. Хорошую часы, а то не куда-то, трехи, подарил батюшку, отдохнуть. Он как-то не перестал рассказывать. Я не переживал, насколько я помню, значит, вот так он сказал, что я не могу по таким-то каким-то причинам. Я устал кричать, как? Ну, я такая причина, так как, знаю, то. Вот когда же когда он возник, я помню, когда же сказал, ты сам пойдешь. Он кричал на него. Сэр, что значит? Первая машина, понятно, которая будет в атаку, а на бороде сидит десантник.
автоматчики, которые догоняют режим полка, автоматчики тяги, не убивший человек, конечно, тяги. Но это означало практически, что он сам не возвращается. Вот. То есть вам больше... Мне сказал, десант. Так это разговор, который вы будете выступать, не понимаю, не знаю, и ваше слово свое, мое очень любимое, сколько я понимаю, вообще важно не только кто в России, которому служу, не сосед какой-то, а кто вы, командир, кондитер, еще кто-то, каким-то образом отвоевал, батюшка, вы не перевели туда. Что часть земли России, не такая десантура, как бы, десантура. Вот. И, по-моему, чуть ли не Красивеев вписывает даже. Надо же. Он отдохнул, что, конечно, несовместимо, понимаете. Но, насколько я знаю, вряд ли он был уже отпустил. И так далее. То есть он отказался? Вернер, Ленин, Балатон. Да, я сейчас я немножко комментирую, потому что плохой звук у нас. Я сейчас скажу, я расскажу людям кратко. Значит, больше всего Александру Викторовичу запомнилось то, что старец рассказывал о войне. Он когда воевал, ну мы слышали уже про Сталинград, и еще когда воевал, его хотели, чтобы он вступил в партию, и дальше его продвигали. Но он отказался, на него давили, на него ему говорили, угрожали, ты пойдешь в десант, ты там будешь ну, мясом пушечным, типа такого, да. Но он отказался, и тем не менее, он выжил, мы знаем, что он все это прошел, и были ранения, да, как вот говорят. Первое ранение было на Волховском фронте, когда они приняли в Дальний Восток, это когда лишь на войну. Ранение в ногу, потом было еще в руку, и потом ранение в третье, по-моему, на 8 полотен. Больше, кажется, нет. Три ранения. Рука, нога еще, и в Венгрии, куда-то еще на озере Балатон, там бои шли. Да, вот это тоже, да, очень важно. Да. Александр Викторович, да. А вот эта тема о том, что старец был защитником дома Павлова, как-то что-то вы знаете об этом? Можете рассказать? Вы знаете, какая штука? Я его спросил однажды, но он как-то с досадой сказал, нет, это все я. Но мы ехали однажды, не знаю, что мне пора завалить или нет. Но я не судил духовное лицо, но он сказал по листону, говорит, ха-ха, да, вы спросите, не могу опять оставаться. Инкогнито. Все еще не могу. Батюшка меня как бы жив, но оказывается не хотел, значит, не хотел. Я спросил, и человек этот, который опустил глаза, сказал, нет. Но врачи есть чуткие к интонации и к настроению. По-моему, они оба что-то не то. Да? Еще один случай. Вот Ленинок, Фаина Николаевна, покойный, который батюшку Бичима тоже. Опять об этом зашла речь. Я спросил ее, батюшка, потому что он готов был на защиту. Она сказала, я его спросил сначала, после осмотра. А он так подумал глаза, опустил голову, сказал, Фаина Николаевна. Сейчас все это не имеет уже никакого значения. Человек, если категорично сказал, для меня это прозвучало. Вот существенно. Еще что-то не помню, я сейчас постараюсь вспомнить по поводу дома Павлова. Да, вот что, у меня была больная, кто его был назвать, я уже не на свете Александра. Зависит. В общем, он сказал два или три случая, когда два раза старец как-то так к
отказывался от этого ответа. Один раз тоже так же начал. В общем, по интонации он говорит, у меня, как у врача, очень хорошая чувствительность к эмоциям. По интонации я понял, что, скорее всего, все-таки он был защитником. Он на учебу проводил грань, это та была жизнь, а сейчас уже другая. Да, да, он сказал, что это уже не имеет значения особо. Да. Александр Викторович, еще вот такой вопрос. А что, вот, какие слова, какой завет, завет или наставление старца Кирилла для себя, вы считаете, не более важным? Для себя, вот что, какие слова для вас, его слова, врезались в вашу память на всю жизнь? Если... Да. А здесь хочется еще много, простите. Да. Простите. Максим, Максим, не завершили мысль. Да, да, я просто видел, что там зависло. Максим, Максим, все... Да. За что? Там видео зависло. Максим, Максим, ты слышишь? Да, да, да. Но почему-то видео зависло. Да. Вадим, я тебя попрошу поработать сейчас с микрофоном. Вот у нас проблема в том, что видео... Да, звук. То есть, когда-то бывает так, что слышно чуть-чуть гораздо, чем вот обычно. Максим, Максим, да. Вообще ничего не меняется. Это может быть связано с качеством связи. Потому что... Расстояние оптимальное, чтобы сохранялась картинка, будет примерно так держать. У тебя звук отлично, то есть я тебя слышал отлично. Ну, если приоритетен звук, мы можем повернуть микрофоном, то Александру Викторовичу будет слышно намного лучше. Но камера будет не на нем. Ну, давайте так, что... Лучше так, да? Да, лучше давайте. Так. Лучше хорошо, тогда Александр Викторович продолжит рассказ. Вот он мысль не завершил. Сейчас да, мы продолжим. Хорошо. Я хотел сказать, что была еще у меня больная, которая была духовным членом батюшки. Она приехала в 1943 году, месяц не назову, когда еще все было грубо. И она помнила, конечно, как вы помните, все играют, и сейчас, играют. И она помнит так называемую реальную доску, которая висела над нами полом. Рассказывала себя свой странный источник, который очень длинным карандашом была в записи. И стекло, что обычно стекло, и рамочку поставили. Один стекло такой, что здесь даже это порой героический советский пациент, командование, сержанта и Дэн Павлова. И да, я очень хорошо запомнил. Он был человек серьезный, он никогда не стал фантазировать, все не знаю, что батюшка. Наверное, Киев. Да. Батюшка был, конечно, командиром в этом доме. А это страшное место было, конечно, когда я его фотографии. Он занимал особое положение по отношению к спуску к Волге. И это было очень нужное место для переправы. Захватывал Павлов, который значился у Павлова, в своем бумагах штатном. Означал отправить к Волге и, очень возможно, в России к Волге. То есть много хлопот. Держали его 2 месяца, сколько. Серьезно, что? А теперь, что мне из общения с отцом Кириллом запомнилось как наставление, чтобы было больше впечатления? Да, да. Ну, если... Можно? Да, да. Слушайте. Конечно, то, что как относится батюшка к Евангелию. Конечно, он лежит в руках книжечки. Ну, что читаете, те с Кириллом еще скажут? Ну, мало духовно все это. Он так усмехнулся. Первый столовочник. Ну, он же имел академический диплом в духовной академии. Так что я терминологию знал, хорошо. Вот. Первый источник. Хотя читал и другую. Например, Сидоний Жаль-Кассит, он писал 2 газеты. «Красную звезду» и «Сельскую жизнь», что было иное его, так сказать, вот, преференции, так сказать, общественные дети, что его интересовало. Да, кстати, благодарю вас, спасибо, Господи. Очень интересное замечание.
То есть получается два вида такой сферы интереса, да, у него было два вида информации. Первое военное, ну Красная Звезда, понятно, да? И второе это крестьянская жизнь. Он родился в Рязанской области, я так понимаю, в селе. Вот. Человек крестьянин, так, человек от земли, поэтому ему было это все интересно всю жизнь. Да. То есть вот это вот вы задумали, что он опять. Вы знаете что? И потом я бы сказал так, сам облик батюшки духовный. Он запомнился больше каких-то его назидательных слов и так далее, потому что все понимал, что он хочет сказать. Его необыкновенная доброта, его необыкновенная терпимость никогда не слыхал никаких грубых слов от него. Убивались наших с ним оппонентов, так назовем, люди, которые другого воли ягоды. Он никогда не бронился какими-то дорогими словами, ничего, отдыхал, махал рукой. И вот эта сдержанность запомнилась его очень строгое критическое отношение к себе, которое я не предполагал, что он такое. А рисоваться он не мог. Это насколько настроение, какой-то юбилей батюшки, 85-го, нет, нет, не помню, что. Не говорили разные, потому что много народу было в столовом. Матушки были, парочки, священники, все, и много-много было сказано. Батюшка потом встал, сказал спасибо всем за то, что сказали. Это все преувеличено, конечно. Преувеличено еще потому, что внутри себя, на самом деле, в душе только холод и мрак. Это он про себя. Но у меня про себя сказал. У меня просто внутри еще перевернулся. Батюшка себе так говорит. Причем как-то кокетничать, что называется. И не мог. Значит, действительно он так себя ощущал. Так вот что такое отношение к себе перед Богом, перед твоими друзьями, духовными чадами. Вот как он себя видит. Он это думал. Значит, он действительно таким был. Ну, я думаю, что можно чуть-чуть прокомментировать. Я думаю, что он просто очень действительно требовательный был человек. И он видя Бога, он чувствуя Бога, уже настолько обожен был, что он, живя в присутствии Бога, он чувствовал себя недостойным. Выражал это, что внутри меня холод и мрак, и все отцы, даже великие святые, по сравнению с Богом, себя считали последними людьми. Просто, может быть, по-другому выражали это, и все. Поэтому, да, чем ближе к Богу, тем хуже ты себя чувствуешь, ощущаешь, вернее. Да. Чувствуешь, что ты себя прекрасно, потому что ты радуешься, у тебя мир, радость, любовь, все, у тебя там уже благодать присутствует. Но ты ощущаешь себя последним человеком в мире, потому что ты приближаешься к самому совершенному Богу, который к самому совершенному вообще во Вселенной существу. Сам... Еще один детальный голос. Очень много, конечно, принимало людей. И его где угодно были остановились, и там, где он жил, там был, когда вообще доступ не монахов. Еще не вообще светским людям. И как он однажды переехал потом патриарха, точнее перевел жизнь постоянно в пределы резиденции патриарха, потому что я, может быть, к этому тоже немножко руку приложил, потому что понимал, как точка возвращается из лавы, из переделки, где он проводил больше времени, какой он бывает измотанный, уставший, и как он не приходит в себя. Как-то однажды говорил со святейшим, Алексей Михайлович, я не знал вот так, что он не подумал, что я просто был так. Вот. Сказал, что я не знаю, что делать, батюшка возвращается каждый раз из лагеря в очень трудном состоянии, очень измотанный вообще не вспомнил. Вспомнил батюшка через несколько дней знать, а мне он посвоил святейший перебираться сюда. Вот. И, конечно, у него было сожалению, потому что Лава очень любил. Физически было все-таки полегче, потому что здесь уже
охрана приходит туда, пропускает, без разрешения пускает никого. Но с благословением батюшки, когда у него приемные дни, когда к нему идет посоветоваться, исповедоваться и так далее, и так далее, уже народ шел, он всех благословлял, он идти к нему. Я посмотрел, 157 человек. Я уж все внутри перевернулся, потому что врач, я знаю, когда сидишь на приеме, у тебя после человек 30 уже начинается такое состояние, что он пойти бы где-нибудь. Глаза закрылись, фигу, что я пописать, не знаю, что делать. Дальше тут сил нету. 157 человек. Кровь, конечно, большая. Вот у меня осуждающий какой-то был. Ну, мы с ним все-таки время говорили. В разговорах и так далее. Я никогда не помню, чтобы он нервный. И как-то сказал, он ему поставил в келье телефон. Ладно, тогда он очень рад, потому что он спутник теперь он звонил много, да, сам звонил. Потом Щенский не видит, конечно, ну и эти люди все раздают телефонный звонок. Помнит этого. Тогда кто-то звонит, спрашивает совет. И тоже такое доброе недоумение. Чудные люди не понимают, что происходит в центре. Не то, что. Ты представляешь, какая бесцеремонность, какая человеческая. Ничего. Ничего, да. Вот этот. Да, удивительно. Вот этот облик добрый, прощающий, мудрый. Да, он будет навсегда в вашем сердце. Я дополню вашу фразу, закончу. Дополню, да, что он всегда. В вашем сердце. Конечно. Любящий, добрый, добрый. Вы сказали очень интересно. Мы много с ним разговаривали. Я так понимаю, что он был очень интересным собеседником. Не только духоносным отцом, да? Но, я так понимаю, он был эрудированным человеком. Интеллектуальным таким, да? Человеком. Конечно. Да, ну не все расскажешь. Еще у него хорошая память была, да? Насколько я знаю. Да, по-моему, очень. Память была очень хорошая. Вот Игумен Киприан, свое воспоминание, которое мы сейчас еще чуть-чуть скажем, я думаю, после. Он пишет, что он на неделю вперед знал свой график. То есть кто придет и во сколько. Ничего никогда не записывал. Ну, я имею в виду, что сколько, когда, там, какие посетители будут. Да, то есть даже в этом возрасте память была прекрасна. Александр Ильич. Он знал Евангелие, он мог наизусть с любого места. Да, да, да. Он читал, цитировалось. Потрясающе, конечно. Ну, конечно, если он столько лет читал Евангелие, да, то, конечно, и плюс еще Господь дал дар памяти. Вот оно и врезалось у него уже не только в память, да, но уже сердцем. Самый, а вот еще вопрос, что хотел сказать, уж коль мы, медицинская тема у нас сегодня очень сильно присутствует, но я удивился, если бы ее не было. Я бы очень сильно удивился. Вот. И также удивился бы, если бы не было темы Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны. Но я хотел все-таки вот о чем сказать. Его последняя болезнь, его кома, многими воспринимается даже вот как такое вот крестоношение, особое, сугубое крестоношение, которое, это понятно, что Господь ему дал, попустил, да, вот эту болезнь. И даже были такие слова, были такие высказывания, я их слышал, о том, что старец молится за всю Россию, вот пребывая в этой болезни, он особо предстоит перед Богом, он молится. Он ходатайствует о России. Даже слышал такое, что когда старец отойдет, отец Кирилл, что будет катаклизмы какие-то в России начнутся. Что вы слышали об этом? Что вы думаете об этом? Вы знаете, вообще болезнь протекала необычно. Когда
Я уже был в лету, приехал в Березовской больнице. Инсульт. Мы с ней накануне или за день, как иногда он звонил, говорю, хотите вечером приехать, помочь, будем вечерним смотреть. Ей было то же самое. Потом, когда я уходил, оборачивался, а он все стоял и махал. Долго-долго. Дольше, чем обычно. Вот. Сейчас о чем я хотел сказать. Да, болезнь. И первый день, когда с ним случился инсульт, мне показалось, что он настолько тяжелый, что больше, чем полгода, вряд ли больше проживет. Он прожил 13 лет после этого. 13 лет. Хотя и не жаловался. Только однажды мне сказал так, очень коротко и тихо, извините меня, очень тяготеет в моем жизни. Я нашел, что сказать. Как ему утешить, все понимал. Вот. Еще, что он говорил уже отдельные слова, отдельные фразы. Это Евгеница Наташа, к сожалению, потом сейчас в нашем эфире, сказала, что однажды она услышала, как он все один, мы почти не видим. Говорим очень скоро, война, вспоминаем. Еще поразительно, как он чувствовал человека и каким-то внутренним взглядом все-таки видел многое. Она была с ним вообще, конечно, этих женщин не должны забывать. Но дальше Машка Ефимовна и Любовь Викторовна, которые были для меня отлучены, сменяясь на несколько часов, и опять. Вот мы сейчас на такую многолетнюю парту. Я говорил, что у вас в жизни годы батюшки напишут, когда они стоят рядом. Они смеялись, конечно, хотя я серьезно говорю, потому что это для них. И вот она говорит, что я сижу у батюшки, и вот кири, темно, только он подходит, ничего не видно. И вот тут слышно дыхание. Я сижу, и так грустно стало, слезы бьются. Я думаю, она не посетит меня за этот процесс. И мне не было. Вот. И вдруг он утром четким голосом говорит, не отчаивается. Он совершенно поверил. Значит, он все видит, все чувствует. Это поразительно, конечно, было слышать. Да. Вот. Да, сердце чувствует гораздо больше, чем глаза и уши. Еще, простите, да, вот насчет того, что... Простите, я на секундочку перерыв маленький, если можно. Да, перерыв максимум небольшой. Сделаем? Да, хорошо. Угу. Да, я вас приветствую, пользуясь случаем. С Дашей. Да, поклон вам. Вот, давайте, на сколько, на минуту перерыв? Или не будем прерывать связь? А, может, потом... Минута. Еще телефон? Минута. Не, ну он переживает. Может быть, да, что-то. Ну, интересно. Конечно, человек удивительный. Жалко, что не все слышно. То, что он говорит, уже мы услышали, уже очень много, на самом деле. Да, вот из первоисточника. Это не надо даже и фильм смотреть. Ну, я имею в виду, надо и фильм, конечно, но дополнение к этому можно. Удивительно. Да. Вообще, вот если будет там еще минут 20-30 у нас, то я сразу перейду к вот этому письму, статье, вернее, игумена Киприана, опустим там какие-то его цитаты, ничего страшного, если что, он еще одно какое-то мероприятие посвятил. А вот игумен Киприан, он пишет именно в память о своем духовнике, тоже о нем, о старце Кирилле, он был его духовником, очень удивительные вещи. Он пишет о том, что память имела очень большую
что он вообще, вот, кстати, стихами, посмотрите, как стихи полные, он стихами выражался, он очень афористичен был, подобие Авросе Оптинскому, напомню. Помните, Авросе Оптинский так выражался? Да, и это в его стиле, он выражался в его стиле. Кстати, наподобие его же он был очень мягкий. Он мог сказать вместе с Авросием также, что чадо мое, слушайте меня с первого раза, потому что если вы меня начнете уговаривать, я соглашусь с вами, но это будет вам не полезно. Вот. Тут то же самое, те же такие вот общие. Максим, мы готовы продолжить разговор. Хорошо, хорошо. Вы можете продолжить задавать вопросы, либо дать договорить. Да, надо договорить, конечно. Да, вопрос, готовы к вопросам. Да, вопросы, да? Надо говорить. Да. Давайте еще, мои хорошие, у кого есть вопросы, давайте вы тогда, да, Даша. А вот что советовал старец, ну, вот, в наше время, как наставление вот, людям, ну, как в наше время? Да. Александр Викторович, есть такой вопрос. Старец как-то выделял вот именно наше время? Какие советы он давал нашим современникам, вот нам с вами, в отношении того, как нам жить сейчас? Как нам быть сейчас христианами? Вот в такое вот ужасно трудное время. Оно, наверное, всегда было трудное, но сейчас мы видим, в какую эпоху живем, в какую технологичную сферу мы вошли, которая меняет, искажает людей. Что он вот о нашем времени говорил? Какие советы давал? Знаете, к сожалению, ничего не могу сказать, не помню таких слов, ни характеристику о теле нашего времени. Хотя понимаю, что он мог сказать. Я думаю, что он понимал, что если мы христиане, подлинные все-таки, хотя у него, по сути, даже говорит, это страшно, когда чувствуешь, какого калибра ты там личности, что. Но все-таки, то мы не понимаем сами. И потом не зрело присутствовал тем современности в разговорах. Ну вот это самое, наверное, было тогда же. Бачку засыпали буквально этими самыми вопросами. Принимать. А он очень сетовал. И очень тяжело давать ответы на эти вопросы, потому что сам он себя лично ставил вне этого. Как-то мне говорил, я думаю, паспорт принимать не буду. Он сказал, не то, что мне принимать, не брать, не надо его. Вот. А он говорит, вот и что вы такие вопросы задают? А что я могу ответить, если одно предприятие, маленький город, он говорил, да, добавляющий, понимаете? И ничего больше нет. Семью надо кормить. Не жадно тогда, потому что отношения такое, что если не перешел, их уволят. Никто не имеет права, конечно, но в местах все может быть. Я не знаю, что же ответить, как ответить. Мне много это задано. Мне терзание и мучение. Вот. Это вопрос о современности. Вот просто второй вопрос. Да. Так, конечно, можно было много сказать, но, знаете, я думаю, что если действительно внимательно читаешь Евангелие, хотя, опять же, страшно говорить, не смысла. Батюшка, то, что ты тоже еще. Батюшка читает, а не ты читаешь. Чего уж так, Господи. То ответ на главный вопрос, он должен быть понятен. Я бы никогда не задал вопрос, спросил. Хочу, как все интересно, своим примером показал, еще по переходу жестких условий. Для меня вопрос не стоял никогда, но так, могли спросить, как понимаю. Бог знает, о чем спрашивали. Но никто не утешен, не уходил. Никто. Да. Можно даже сказать, может быть, это очень высоко звучит или категорично, но можно сказать, что в плане утешения, да, вот того, что того чувства радости и утешения, которое испытывали люди, встречавшиеся со старцем, его можно назвать преподобным Сергием 20 века.
Да? Вот я думаю, ну Сергий вообще на все века утешитель. Да? Вот я сколько раз в Лавре был, и я сейчас знаю намного чаще, чем раньше, потому что каждые полгода я езжу на сессию, в аспирантуру, троица Сергия Лавра, в Московской духовной академии учусь. И получается, что всегда, при любом посещении преподобного Сергия, ты уходишь окрыленным и утешенным. Всегда, как будто ты пришел к своему отцу. У меня даже отец меня так никогда не утешал, как вот преподобный Сергий, которого, как матери, да, лучше сказать, да. Вот приходишь всегда, все время, я так понимаю, что не только у меня чувства такие, но у миллионов других людей, которые приходят к преподобному Сергию. Также и у отец Кирилл, когда даже видишь его, да, вот видео, мы вот видели сейчас фильм, то чувствуешь вот умиротворение. Вот эта благодать, она даже через экран переходит на тебя, и ты чувствуешь радость, умиротворение, спокойствие. Теплоту, любовь большую, утешение. Кирилл, мы говорили вам недавно про отца Кирилла. Звучало, кто из авторов сказал, не помню, есть ли товар вообще не помню, что его назвали отца Кирилла помощником, не подумал, все. Там что-то рассказывали. Вот, то, что вы говорите, помощником преподобного Сергия назвали. Вот у меня тоже как похожие чувства такие. Да, еще у нас один вопрос. Нет, я бы хотел, чтобы вы сказали, что говорить, что я не поняла. ННР. Насчет ННР. Я сейчас прокомментирую, то просто не все услышали. Я видел, читал ответ старца, переданный игуменом Киприаном, о котором мы уже сегодня упоминали. Он сказал, что если вы можете отказаться, откажитесь. То есть это не принципиальный момент, так же, как мы знаем, что Гавриил Нагибадзе говорил о биометрических паспортах. То есть если можете, откажитесь, если нет, но это пока не отречение от Христа. Мы проводили, кстати, я просто немножко в сторону, мы проводили встречу с Давидом Георгобиани, который был духовным чадом Гаврилы Нагибадзе, великого грузинского святого, подвижника, старца. И он говорил в свое время, он отошел к Богу в 95-м году, в 96-м даже, по-моему, и он говорил о биометрических паспортах, что это тоже пока еще не отречение. Но хотя это один из этапов. Это один из этапов, и похоже, что это уже последний этап перед чипизацией, которую уже мы должны сказать нет. Вот, еще какие вопросы у нас будут в аудитории? Простите, пожалуйста, я хотела сказать, чтобы вы сказали, что говорили. Насчет последних времен. Да. Это вот именно про МНР. Да? То, что знал Александр Викторович. Слышал. Но он говорит, я не слышал точно именно про наши времена что-то. Конечно, он говорил, и в его трудах, кстати, у него есть книги, я могу потом показать несколько книг. Проповеди. И как раз он говорил, о чем? Он о вечном говорил. В принципе, ничего не меняется, только какие-то внешние моменты. Там появились ННР, появились компьютеры, интернет. Человек, природа остается той же. Просто сейчас больше соблазнов. И больше возможности для роста греха. А так Евангелие, оно лично, оно все века, уже 2000 лет актуально, всегда было. Грех у того, у кого появился компьютер, или все-таки грех у правительства? Нет, грех не в компьютере. Грех не в компьютере, а грех в нашем отношении к нему. То есть, как Иоанн Крестьянкин отвечал, извините, я сейчас прокомментирую вопрос один. Иоанн Крестьянкин отвечал, что грех, компьютер — это железяк. Вот мы сейчас чем пользуемся? Это железяка, компьютер. И его можно использовать как? Вот разговаривать о старце Кирилле, о святом человеке, да, и распространять информацию к нему, о нем, вернее, информацию распространять. А можем распространять какую-то развратную или там еще какую-то плохую антихристианскую информацию. То есть проблема не в оборудовании, не в технологии, а в том, что уже не себе, что я захочу посмотреть фильм или нет. Ясно, что страсть определенная действует, но все равно человек сохраняется всегда. Максим, а еще можно спросить, что еще ваше представление вообще для нас? Это было. В принципе, сейчас только спрашиваю то же самое. Александр Викторович, что вы еще можете сказать?
что бы вы не досказали, то есть вот что бы вы сами хотели сказать? Я вот думаю, последний вопрос. Нет, можно, конечно, сказать так, основное. Я буду только говорить, повторяться, мне кажется. Потому что не прозвучало. А тогда давайте дадим слово, да, Вадиму, Вадиму Дарье. Он же все-таки вот даже если старцы, в смысле, он отошел. Все-таки передаете? Да, может быть, вы хотите что-то спросить? Не, я хочу спросить то, что вы хотите эту связь. А мы вообще не... Появился вопрос? Да. У нас появился вопрос, вот смотрите, интересный вопрос. Александр Викторович, вы сейчас, вот, живя здесь с нами, вы чувствуете его присутствие в вашей жизни, духовную связь с вами? Вы вообще, кстати, так, без протокола, как говорится, вы ему уже молитесь или нет? Или еще пока поминаете, или поминаете еще пока его в панихиду? Связь молитвы нам духовная. Видите, я пока его прошу. Прошу, да. Я не пишу пока. Попроситесь прошу. Так, поминаю, как услышал, как язык не поворачивается. Да. А присутствие ваше, я не дам совсем тут спросить. Вы чувствуете, что ваше с вами и так далее? Если я настолько привык присутствие внутреннего, вот последние 3 года мы общались так, прежнему, недосознанию, конечно, проверили, слышу, но стоишь. Сказать, что вот это не батюшка, нет, конечно, вот такое чувство. Наверное, я не слышу, что вот так понятно, что батюшки уже не имеют, а вот он не имеет. То есть у вас есть ощущение того, что он жив, да? Такое вот ощущение. Ну, конечно, конечно. Что он жив, что он... Не переставал существовать. Изменилась форма бытия, как изменилась, да. Конечно. Это даже логично, да? Это даже логично из вашего ответа. Я его прошу. Правильно, если бы он, ну, конечно, куда-то исчез, то вы не просили его. Поэтому, да, кстати, вы мудро сказали, что, да, в ответ на мой вопрос, что я и не поминаю за упокой, и не молюсь ему, но прошу. Ну, прошу. Очень мудрый человек, Александр Викторович, я прям снимаю шляпу, что называется. Да, рассудительность. Кстати, одна из черт отца Кирилла была большая рассудительность. Я думаю, что вы что-то переняли от него. Это на 1%. 1% хотя бы, это уже хорошо. Не буду кривить душой, я не могу сказать, что вот вообще не начинается. Ну все равно, я думаю, в обстоятельствах жизни вы ощущаете его помощь. Конечно. Ну, это, наверное, не для публичного разговора. Даже не стоит это. Ну хорошо. Да, видя скромность Александра Викторовича, да, я думаю, что может быть там даже у него и чудесные какие-то обстоятельства, и чудесные обстоятельства были, но он пока не придает огласки. Но ведь сама жизнь чудо, тут уже говорить не о чем. Да. Брат, ну ты вот вместе с ним, это такое чудо, блин. Да. Подарок. Конечно. Да. Тем более, что вы знали его 30 лет почти. Ну, если учесть, что лет 10 он был в тяжелом состоянии, да, но тем не менее. Да. Тем не менее, лет 20 это было такое общение интенсивное. Да. Максим, он просто лежал, но мы разговаривали, все, чувство видел, да? Да, ну нет, он не видел, сердце, да, сердцем ощущал, чувствовал. Вадим, если у вас есть какой-то вопрос, то вы задайте. Да. Я, пожалуй, если позволите, во-первых, всех поздравляю с
праздником, с Днем Победы. Он великий в духовном отношении. И Александра Викторовича присутствует, тоже поздравляю от вашего лица с этим замечательным днем. Вот, а теперь я вопросов не буду задавать, потому что мне было достаточно услышать то, что мы все услышали, в первую очередь ты, как тот, для кого звук доходил лучше всего. Вот я бы сказал, что благодаря фотографии, которая здесь на столе лежит, благодаря подробнейшему рассказу Александра Викторовича, я вдруг почувствовал, никогда не изучая литературы, кроме вот этой записи об Архиме Андреевиче Кирилле, я почувствовал, что как будто бы он рядом. Вот из-за этих вот теплых, добрых слов и из-за вновь посмотренной, ну, часть просмотренного фильма, у меня создалось такое живое ощущение, что как будто бы он рядом. Вот, как будто бы он незримо и без голоса не присутствует здесь, но мы его можем как бы почувствовать. Ведь вера — это язык, скажем так, сердце, и именно сердце отвлекается на то, что для меня играет самое главное. Ну, да. Я почувствовал за разговоры это, потому что он действительно, как и положено, с тем святым или будущим святым, он жив, и он среди нас, и к его помощи можно и нужно прибегать. Я вот только это сказал. Еще одно добавление от Александра Ильича. Да, что говорит, не победы. Я скоро как бы считаю, что он где-то говорил, по-моему, это все-таки казалось как-то востребованным, что мы вспоминаем всегда войну, прежде всего, ушедших нашей, что покойно шмон, пенсии и так далее. Нужно обязательно благодарить Бога за победу в войне. Господа, это победа была невозможна. Невозможно. И говорил пример встречу, это было в сентябре 43-го, кажется, года. Сталин был в Полотах и еще чиновниками по части времени. В печали случилось с тремя митрополитами. Сергием, Алексеем Первым и Николаем Алексеевичем. Вот. И Сталин сказал, что нужно церкви просить. Понял, как бы специалист, что не пойдет делать так, если будет плохо Сталина от войны. И попросили у него, ну помните, наверное, этот эпизод, попросили открыть семинарии, открыть монастыри, выпустить духовных лиц, пострадавших в предупреждении и так далее. Ну и память еще священники того далекого времени, просто состоявшиеся по времени, конечно, глава России, отцы. Вот. Но это было очень много. И после этого Сталин только удержал все это, что делать, и наступил к нему в войне. Когда Белоцов не узнавали, не готов. Немецких они делали такие ошибки, такие абсолютно простых вещах, которые не могли быть какими-то. Еще не было вообще ничего по Фернбайну. И это несомненное присутствие Бога. Что это несомненное. Да. Хорошо, по-моему. Немного... Особенно важно. Вадим, можешь ты немножко расшифровать, я не все помню. Значит, дело в том, что после 43-го года что там, да, изменилось что-то в войне, да? Ну, Александр Викторович говорит, что по ощущениям советского генералитета, ну, русского генералитета, немцы начали допускать мальчишеские ошибки, тактики, стратегии, которые для них были не свойственны, судя по предыдущему опыту и боевых действий. Вот, то есть это непростительные ошибки для лиц их ранга были. И это произошло после, ну, как по ощущениям наших военных, начальников, произошло после того, как произошла встреча Сталина и приближенных ему лиц с тремя митрополитами, правильно? Да, с руководством Кремля на тот момент. Когда он дал добро на смягчение отношения к, ну, имеется в виду Сталина, на смягчение отношения к
церкви и тогда некоторое возрождение церковной жизни произошло. Вот, вот об этом говорил Александр Викторович. Да, понял. Интересно. Ну, спасибо. Мы тоже поздравляем вас еще раз с Днем Победы. Спасибо. Александр Викторович, я вам низко кланяюсь. Да, и с воскресением Христовым, потому что еще Вознесения нет, спасибо. Да, я вас поздравляю. Христос воскрес. Да, истинно воскрес Христос. И, всех поздравляю ваших, вашу аудиторию. Да. Храни их Господь и вас тоже. И вас тоже. С Божьей помощью вам. Я очень надеюсь, что мы с вами лично встретимся. Я бы очень хотел лично с вами встретиться, пообщаться. Ну, да, мне хотелось бы тоже. Да, низко кланяюсь вам сейчас и надеюсь, что буду иметь возможность сделать это при личной встрече. Вот. Я вас сыновней как-то даже вот полюбил, честно. Я человек откровенный, поэтому могу сказать даже... Спасибо, Господи. Спасибо. Желаю вам огромной, огромной Божьей благодати и здравия на долгие годы. Максим, спасибо. Благодарим. Да, всем да, вас благодарим. Все, спасибо. Да, за крайне выступление. Всего доброго. Все, брат Вадим и Дарья, благодарю вас. Спасибо, Христос. С праздником, с Днем Победы вас всех. Праздник. Христос воскресе. Воистину воскресе. Очень хороший разговор. Конечно, не все слышно было, но то, что от него исходило, это Божья благодать. Я вот сам уже захотел с ним встретиться, причем это вот только в конце уже встречи, я так понял, что у меня такое желание появилось большое. Вот. До этого как-то не ощущал. Вот. Ну что, давайте перейдем сразу. У нас очень много времени, да, мы устали, наверное. Сразу перейдем к чтению статьи Гумена Киприана. Я даже не буду комментировать, я просто выразительно прочитаю, и мы будем уже расходиться, потому что мы устали, я понимаю. Вот, да-да. Вы пойдете уже, да? Да, хорошо. Сейчас, эта статья была опубликована в журнале «Покров», я специально интернет сейчас открываю. До свидания, спасибо. Дело и какое значение имело в жизни Гумена Киприана. Сейчас я, кстати, самого Гумена Киприана покажу. Как называется статья? Статья называется «Батюшка в нашей жизни», по-моему, вот так. Сейчас я самого Гумена Киприана покажу. Мы видели его в прошлый раз в фильме «Проповедь Святогорск», он ведущий был фильма. Вот его фотография специально для тех, кто... Прямо ящик был, вот он, 4-й курс, я последний зашел, вот там, я его никогда там не видел, за все 11 лет, сколько я там более-менее появляюсь. Через 5 дней после нашего кружка преподобного Паисия. Все, ну разве это не чудо, как это вообще? Помысел Божий, да? Да, чудо, помысел Божий, да. Это не тот Киприан, который приезжал, это другой. Да может быть, я не знаю. Гумен Киприан Ященко, вот он, ну, фотография. Я фамилию не знаю, просто да. Он один там такой, да? Да нет, ну там может быть еще кто-то, но... Он преподает. Да. А он, наверное, да. Приезжал. Да. А я думала, проповеди у него. Да, вот сейчас я эту статью открываю. Да. А я думала, он у нас в храме Сергея Радонежского. Нет, в Сергея Радонежского. В Сергея Радонежского. Наш храм тоже, конечно, хороший, но главное другое значение, конечно, имеет. А Троица Сергия Лавра – это вот такой столб православной духовности, и оттуда же преподобный Сергий и его ученики основали около 100 монастырей по всей России. То есть это такое значение, которое... Так, давайте. Вот статья называется «Батюшка Кирилл в нашей жизни», журнал «Покров». 20 лет назад, в марте 1997 года, архимандрит Кирилл Павлов благословил выпуск журнала «Покров». Из-за своей болезни батюшка руководил работой над выпуском издания. Множество других церковных дел, которые пришлось начинать мне, это пишет от первого лица Гумен Киприан, и вести также вдохновил отец Кирилл. Значение, которое эти начинания со временем обрели, можно объяснить только силой благословения и молитвы духовника всея Руси Кирилла Павлова. 20 февраля 2017 года скончался мой духовник, архимандрит Кирилл Павлов. 2 дня мы прощались, молились, погребали со множеством народов Троице Сергиевой Лавре.
духовника всея Руси Архимандрита Кирилла. Тяжести духовной не было. Когда засыпали могилку, все, не сговариваясь, запели пасхальный канон. Присутствующих объяла тихая, чуть скорбная радость, что батюшка телом своим, душой все-таки прорвался в лавру, как он и хотел. Он же был, я так понимаю, в переделке на последний год, лежал в таком полукоматозном даже состоянии. Потом оставил труды в Академии наук, а потрудиться на благо церкви, церковным чиновникам. Благословил помочь в создании системы духовного образования в России, воскресных школ, гимназий, подготовки педагогов, создать православное педагогическое общество и быть его председателем. Благословил создать международные рождественские образовательные чтения и быть их генеральным директором более 5 лет. Вот, оказывается, кому мы чтением обязаны. Вот он, у истоков, вот, Киприад, да. Ну и отец Кирилл, в первую очередь. В эти чудные годы хватало сил по 20 часов в сутки трудиться и молиться. По благословению отца Кирилла уже более 20 лет я преподаю в Московской духовной академии. По его слову, 20 лет трудился в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете как декан православного педагогического факультета, заведующий кафедрой. По благословению батюшки возник детский проект кинофестиваля «Лучезарный ангел» под девизом «Доброе кино возвращается». С легкой руки отца Кирилла получалось все. Открывались все двери, даже президентские, патриаршие, епископские. Удалось объездить всю Россию, более 50 раз быть у гроба Господня на Святой Земле, ежегодно приезжать на Афон. Вот его фотография. Редакция журнала у отца Кирилла Павла, вот еще отец, вот старец Кирилл, вот отец Игумен Киприан, еще молодой, 90-й год. 2 раза батюшка удивил меня особенно, когда благословил оставить мир и принять монашество, а затем, когда дал основное монашеское послушание, не сидеть в келье, а сделать все, что в моих силах, чтобы передать русским детям православную традицию. Это для меня до сих пор главное батюшкино послушание. Он говорил, что детям легче, чем взрослым, стать искренне православными верующими. И если передать им традицию, у нас в стране довольно скоро будет православный народ, православное правительство, православное житие, такое, что никто в мире нас не одолеет. Все будут бояться и уважать Россию. В то время все мои мысли были о том, чтобы помочь близкому человеку. А сам подвязаться монашеским подвигом я никогда не предполагал. Но возражать не решился, поскольку батюшка сколько сказал твердо и очень доброжелательно. При этом уверенно добавил, все будет хорошо. Опасная болезнь жены временем на раздумье не оставляла. Во исполнение благословения мы подали прошение святейшему патриарху Алексею II. Через неделю приняли постриг. Вот это их разговор с батюшкой. Да? О новопостриженной опухоль головного мозга, которую отказались оперировать все известные специалисты. Через несколько дней сама вытекла через нос опухоль. И прикованная ранее к постели монахиня встала. То есть вот что постриг делает. Это чудо Божие, это восьмое таинство. Да, второе крещение. И прошло уже более 17 лет. Теперь уже схемонахиня Параскева сделала более 50 господских и богородичных плащаниц, расшитых драгоценными камнями. То есть она жива до сих пор. И по благословению отца Кирилла продолжает принимать людей для утешительных бесед. То есть она как старица, даже можно сказать. А я стал монахом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Я всегда удивился тому, как батюшка во мне и множестве других людей мог увидеть и отечески определить наиболее важные черты, удобное направление спасения человека. И с сожалением вспоминаю случаи моего непослушания батюшки. Иногда мне предлагали высокие церковные должности, но что, на что батюшка кротко отговаривал, можешь попробовать, но тебе это не полезно. После такого его благословения, в кавычках, ни одна попытка попробовать, в кавычках, ни одного доброго плода не принесла. В то же время благословенные им рождественские чтения ежегодно собирают десятки тысяч подвижников в государственном Кремлевском дворце. Никак не пытались проводить их пореже, покороче чтения, вот уже 25 лет являются главным народным собором нашей страны. В свое время великие кинематографисты доказывали нам, что массовое и кассовое кино не может быть нравственным и духовным. А кинофестиваль «Лучезарный ангел» по батюшкиному благословению уже почти 15 лет собирает и предлагает зрителям и кассовое, и массовое кино со всего мира.
удивляет, что по уставу Московской духовной академии нельзя было готовить и священников, и мирян в одном месте. Но батюшка благословил. Несмотря на мужество Вали, даже церковной власти, о деятельности института ходило много слухов, в которых людям со стороны отделить правду от клеветы, наверное, действительно было сложно. Тогда наш ректор, отец Владимир Воробьев, попросил организовать ему встречу с отцом Кириллом, который один мог разрешить ставшие одолевать его сомнения. По благословению отца Кирилла я присутствовал на этой встрече. Старец несколько часов очень внимательно слушал рассказ отца Владимира о создании и развитии института. Задавал вопросы, и когда эта беседа закончилась, благословил продолжать дело. Отец Кирилл сам переговорил со святейшим патриархом Алексеем, и вскоре после этой беседы отношение к вузу поменялось. Отец Кирилл буквально спас институт, по его молитвам, по его ходатайству работать стало легко. Я ему сказал, что ему не хватает одного приложения. Он не мог себе мне поверить, на всякий случай уточнил, какого. «Что делает школьник и учитель в воскресное дело?» – спросил я. «Отдыхаю». На самом деле школьник и учитель, Господь заповедал человеку отдать седьмой день Богу, и надо еще знать, как это сделать. Так возникла идея издания приложения «Воскресная школа», и директор издательства тут же предложил мне быть главным редактором приложения. С этим человеком мы виделись впервые в жизни. Журналистикой я никогда не занимался. Я сказал, что мне надо подумать, и поехал к отцу Кириллу в полной уверенности, что мне этим заниматься не полезно. Когда я ему изложил историю этого фантастического предложения человека, которого я не знаю, который меня не знает, отец Кирилл, тем не менее, твердо благословил меня быть главным редактором. А на возражение, что это не моя специальность, заметил: «Ты был учителем и директором школы. У тебя получится, осталось только собрать команду пишущих людей». И вот уже 20 лет, несмотря на все искушения, перипетии, выходит в свет это издание, которое из газеты превратилось в журнал «Покров». И сколько я не пытался уйти в сторону, уступив место главного редактора кому-то другому, мне ни разу не удавалось. Долгие годы у издания не было ни одного благотворителя. К моему удивлению, всякий раз из совершенно невероятных источников появлялись средства, и ровно столько, сколько было необходимо и достаточно для печати. Это всегда воспринималось как чудо, и иначе объяснить его как силы батюшкиного благословения невозможно. Отец Кирилл очень любил наше издание, сам читал и раздавал его своим многочисленным чадам. По великим праздникам мы ездили к старцу всей редакции, беседовали о том, как и что писать. Он радовался тому, что мы публикуем сценарии праздников, различных постановок, уроки для педагогов, беседы для родителей. Отец Кирилл ценил практические материалы, которые родители и педагоги могут использовать для воспитания детей в православной вере. Старец хотел, чтобы мы говорили о покаянии, о молитве, об образах святой жизни, ненавязчиво, но твердо, без либеральных размеров. Часто люди, которые читками занимали, вернее, они занимаются-то от Бога, да, вот архимандрит Ефрем, то вот Герман в Лавре, это Божье благословение имеет. Но часто люди, которые приходят туда, воспринимают магически отчитку. То есть приходишь, отчитали тебя и живет человек этот по-старому, грешит в том числе и смертно, и ничего не меняет в своей жизни. Поэтому отчитка эффективна, она, когда человек начал каяться, начал бороться со страстями, со смертными грехами в первую очередь, потом едет туда. А так как сейчас многие толком, чуть ли не туризм иногда, там десятки человек едут, лишь бы отчитали их и все. Но так это, конечно, это не дело. Ну, быстрые постриги, ясно, что всем это черчевато. Я очень больным вопросом, раздирающим церковное общество, люди притекали к батюшке. Отец Кирилл, несмотря на самые авторитетные богословские мнения и позицию церковного начала, не приветствовал опасные для спасения атрибуты глобализации, являющиеся репетицией власти Антихриста. Хорошо сказано, репетиция власти Антихриста, да, фактически. Многим своим чадам он говорил не директивно, то есть не приказывал: если можешь не принимать НДН, то не принимай. Отец Кирилл никогда не противопоставлял свое мнение общецерковному. На протяжении долгих лет архимандрит Кирилл был духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. После обеденной трапезы к нему в келью каждый раз набивалось множество монахов. Он открывал Евангелие, читал главу, закрывал без всяких трактовок и наставлений, говорил: «А теперь все на заслуженный отдых». Известно, что монахи собираются на братский молебен в 5 утра, и днем перед вечерним богослужением могут немного отдохнуть. Батюшка часто говорил евангельскими словами. Например, мог идти по братскому корпусу, увидев одного из монахов, обратиться к нему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И так до 3 раз. Интересно, да? Молодец, такой с юмором. Вот все, все
Лет 20 отец Кирилл принимал в так называемую посылочную. Это две малюсенькие комнатки по трапезным храмам преподобного Сергия. В одной сидел ожидавший народ, а в другой батюшка исповедовал, беседовал. Иногда ждать в проходной комнатке приходилось долго, с раннего утра до самого вечера. Но если вы попали в нее, батюшку вы уже точно увидите. Отец Кирилл сам выходил в эту комнатку, оглядывал всех, выбирал, кому пораньше надо было поисповедоваться. Иногда батюшке было тяжело, у него прихватывало сердце. Он, виноват, улыбаясь, говорил, разводя руками, притрудился, не рассчитал, и ему помогали дойти до кельи. У батюшки была своеобразная ловушка для духовных чад. Когда мы спрашивали его благословение на выбор того или иного решения, он всегда спрашивал, а ты сам как думаешь? И когда человек излагал свое желание, батюшка, как правило, благословлял. Так и поступаю. Подобно Амбросию Оптинскому, говорившему своим чадом, я человек слабый, если вы меня начнете уговаривать, я соглашусь. Отец Кирилл также никогда не ломал свободной воли человека. Я, признаться, не сразу разгадал эту ловушку, но потом сразу его спрашивал, батюшка, как вы благословите? Он задумывался и давал свой совет. Часто на сложные вопросы отвечал не сразу. Надо помолиться, говорил он. Или предлагал, давай подождем до такого-то срока, а потом решил. Сам кроткий облик отца Кирилла, тихий голос, согревающая любовь оказывали на людей сильнейшее воздействие. Перед нашей встречей я обыкновенно готовил целый список вопросов, но рядом с ним многие вопросы сами по себе разрешались, и необходимости что-либо спрашивать уже не было. На все праздники батюшка раздавал сладости, шоколадки, конфеты. Многие его духовные чада растягивали угощение на долгое время, употребляя утром после святой воды и просфоры, как вещественное благословение старца. Мы знаем, что молитва батюшки обладает огромной действенной силой. Однажды я привел к нему одного высокопоставленного чиновника. Будучи яркой масштабной личностью, тот имел слабость к выпивке. Когда мы зашли в келью, батюшка нас радостно встретил, видел, надел свою келейную полумантию, петрохиль, поруч и сказал, давайте помолимся. Это значит, кстати, мне один духовник рассказывал, что это он совершает служение. То есть, если человек облачился в монашеское, как преподобный, опять, отец Власий, он в полном облачении совершает прием гостей. Вот. И так он и здесь, то он решил служение определенное совершить, видно изгнание беса, как потом выяснится. Молитву перед исповедью батюшка читал по множеству раз в день, всякий раз, когда кто-нибудь приходил, его надо было исповедовать. Ну, перед исповедью, но еще он, видно, молился там. Когда старец начал молиться, повернувшись к нам спиной, этот респектабельный человек вдруг вздрогнул, его прошибла дрожь, то есть до исповеди еще воздействие уже духовное было, да? И он впервые в жизни испытал глубочайшее раскаяние, великий стыд. Исповедавшись со слезами на коленях, он с неожиданным смирением принял от батюшки епитимью. Больше не пить ни капли. То есть такой высокопоставленный, да? Вот епитимия на всю жизнь. К своему великому удивлению, он эту епитимию исполнил. Больше ни соблазна, ни собственного многолетняя тяга к спиртному не могли пересилить запрет старца. Батюшка сказал прямо, если ты вернешься к своей привычке, то сопьешься. И никакой пользы ни отечеству, ни семье, ни самому себе не принесешь. Столь многим одаренным ты станешь мерзостью перед Богом. Батюшка умел доходчиво объяснять и крепко помолиться. Для многих его слова и молитвы были скрепляющей печатью, и жизнь менялась. Когда отец Кирилл жил в резиденции патриарха в Переделкино, он много болел. Попасть к нему было практически невозможно. Надо было договариваться с келейницами, с которыми у отца Кирилла были очень трогательные отношения. Как-то батюшка благословил приехать к нему с одним очень важным человеком, которому нужен был совет. Но по каким-то причинам в дороге этому человеку пришлось задержаться. Я пошел к отцу Кириллу один, поисповедовался, и вскоре подъехал этот человек. Надо было спросить разрешение келейницы, которая одна могла сказать охране на воротах, чтобы его пропустили. И она наотрез отказалась. Батюшку утомили, сегодня он уже никого принимать не будет. У отца Кирилла была потрясающая память. Он на неделю вперед помнил, во сколько и кто к нему должен приехать. Я ни разу не видел, чтобы он что-то записывал. Зная, что эта встреча назначена сегодня, батюшка стал упрашивать свою келейницу. Она только и твердила, вы устали. Это последний посетитель, продолжал он. Но она была непреклонна. Батюшка понимал, что человек ехал издалека, нуждается в помощи. Никак не мог уговорить келейницу пропустить.
В итоге батюшка развел руками, сказав мне: видишь, ничего у нас не получается. С ним невозможно было конфликтовать. Он, как только ситуация становилась неразрешимой, он уступал. Может быть, дело страдало, но мир сохранялся. Вот так получалось. Отец Кирилл носил имя святого праведного Кирилла Белозерского, память которого православная церковь отмечает 22 июня, в день начала войны. Он не любил рассказывать о военном времени и избегал разговоров на эту тему, хотя не отрицал, что воевал в Сталинграде. Каждое лето отец Кирилл ездил в Крым, в район Судака, подлечить свои легкие, застуженные в сугробах Сталинграда во время Великой Отечественной войны. Иначе он очень долго страдал от мучившего его кашля. Однако через несколько месяцев пребывания в Крыму здоровье его восстанавливалось. По возвращении любимого духовного отца для всех монашествующих в лавре наступал великий праздник. Братья радовались встрече с батюшкой. Все давно у него не исповедовались, у всех накопились вопросы. А батюшка всегда устраивал нам двойной праздник, привозя с собой крымские дары. Яблоки, груши, мандарины, южный лук. Несколько дней у отца Кирилла происходила раздача даров, и никто не выходил из его кельи с пустыми руками. Можно найти много сходств в биографии батюшки и в житии преподобного старца Паисия Святогорца. Оба прошли войну, оба чудом остались в живых, оба принесли Господу обеты и исполнили их, став духовными вождями греческого и русского народов. Оба подвижника стремились пребывать в затворе, но основной их подвиг состоял в том, чтобы принимать множество людей, оказывая им духовную помощь. Оба скончались мучениками от тяжких болезней. Я помню, как отец Кирилл осенью очередной раз приехал из Крыма. Бодрый, но он хорошо себя чувствовал. Мы сослужили литургию в Переделкино. Я спросил его о встрече с одним человеком, который нуждался в его помощи. Старец сказал: хорошо, я поеду зубы подлечить, как только вернусь в Крыму. На следующий день он поехал лечить зубы, и возникла какая-то непонятная ситуация. Его из государственной больницы почему-то повезли в частную клинику, где вырвали множество зубов. И он от этого потерял сознание и впал в кому, в которой, собственно говоря, и пребывал до смерти. Как это могло произойти, как могли ему следить, непонятно. Это было как какое-то покушение. И вот, распрощавшись с батюшкой буквально на несколько дней, мы фактически его больше не слышали. Он перестал говорить, видеть, а потом перестал слышать. Наместник Свято-Троицкой лавры, владыка Феогнос, сказал на панихиде, что отец Кирилл – духовник всея Руси. Это действительно так. Батюшка говорил, чтобы верующие готовились ко всевозможным испытаниям и скорбям. К этому все идет. Но надо, чтобы мы не паниковали, не унывали, не отчаивались. Если Господь попустит какие-то испытания, принять их с радостью, с надеждой и спокойствием в душе, что близится Царство Небесное. Батюшка наставлял, заботы века сего не должны закрывать самую существенную заботу всей нашей жизни – озарение души светом Христовым. Читайте Евангелие, говорил он, и все будет устраиваться по-хорошему. Вот, Игумен Киприан Ященко, источник, 8 октября прошлого года. Замечательная статья, вообще с такой любовью написана. Действительно, он сильно любил своего духовного наставника. Вот, давайте теперь молиться, я поставлю сейчас фотографию. Так, кстати, батюшка, вы петь умеете? Давайте Антон Пьешин споет. Я плохо помню его, плохо пою. Давайте, начинайте. Да, на полагание. Давайте. Вижу благодать нечистой, где радуйся, и по берегу радуйся, после воскресе ты не на гроба, и мертвые воздвигнуты. Люди, веселитесь, светите, светите, молитесь за ними, слава Богу склоня на тебе, Василия, ликуй ныне, и не стыдись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, восстань Рождества Твоего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Матушка, Пресвятая Богородица, Святая, Хранитель наш, преподобный отче Сергия и святитель Вселенский Учитель Василий Григорий, да. Благодарю Вас за Вашу помощь в учении. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, все мое хорошее. Спаси Христос Вас. Рассылочку я сделаю по поводу следующего занятия. Будем посвятим ее старцу Адриану, который недавно почил. Прошу молитв ваших, еще 40 дней даже нет. Архимандрит Адриан. Потом выступим его мужа. Архимандрит Адриан. Прости меня, Господи, все согрешения. Больно, невольно, недавно
Царство Небесное, всего ему, близкого, вовеки веков. Аминь. В 10-м году, когда в Лавре были старшими прихожанами, батюшкам и духовникам его дома, он, кстати, говорил о будущем чуть-чуть, сказал, что очень большое облегчение было в церкви, это было в 10-м году, но мы сейчас мы видим, что действительно облегчение сильное. Ну, ничего, Господь исправит ситуацию. Все, спасибо. Христос вас, Христос воскрес. Еще раз поздравляю, с Днем Победы. И победи в самой главной битве нашей жизни. Победи со страстями и похотями. С самим собой. Вот эту победу мы имеем. Прикладывайтесь. Прикладывайтесь.